Дорогие румынские друзья, дорогие читатели, мне очень приятно, что выходит моя новая книжка в Румынии. Это книжка рассказов. Вообще рассказы я люблю писать больше всего, потому что, когда ты пишешь большую книжку, то это порой растягивается на долгие годы, и ты в ней просто успеваешь заблудиться, как в лесу. А рассказ – это такое чудо, когда ты в понедельник начинаешь, а в субботу заканчиваешь. Желаю вам веселого и приятного чтения. Всего вам доброго.